Кассаб или арабская Норвегия, знаменита своими фьордами Ормузского пролива. Эти скалы невозможно описать, такое лучше один раз увидеть. А смотрятся они высокохудожественно, исчерченные ветрами и перечеркнутые частыми обвалами, казались исписанными непонятными письменами, словно кто-то оставил свои записи потомкам. Но мы приехали сюда не только любоваться скалами, а искать дельфинов. Такая вот замануха у арабов. Лодки Доу плавают вокруг в надежде повстречаться с млекопитающими. Но, увы, в спокойной воде они неохотно выходят на поверхность покрасоваться собой. У них есть свои требования. Но мы плывем дальше исследовать подводный мир. Экскурсии, и дельфин догнал нас, чтобы покататься на волнах. Вот он секрет. Все встречают его дружным ревом, а он дрифтует себе. Жизнь прекрасна. Вот такой была поездка нашей театральной команды корабля MSC Белиссимо. Надеюсь, вы также кайфанули, как и мы.